Послание Богородицы от 25 июля 2023 года. Дорогие дети, в это благодатное время, когда Всевышний посылает меня к вам, чтобы я вас любила и вела по пути обращения, приносите свои молитвы и жертвы за всех тех, кто далеко и не познал Божьей любви. Вы, детки, будьте свидетелями любви и мира для всех немирных сердец. Спасибо вам, что вы ответили на мой призыв. Период присутствия Богородицы среди нас – благодатное время, дарованное нам Богом. Богородица выполняет свою материнскую роль самым лучшим образом. Она стала Матерью Церкви и Матерью нашей на Голгофе, у подножия креста. Проживая тяжелые муки, Иисус препоручает ей каждого из нас словами: «Жено, се Сын Твой». С этого момента она не перестает любить, призывать, страдать, ждать, пока каждый из ее детей не обратится к ней с открытым сердцем, чтобы она могла привести его к своему сыну. На протяжении всей истории Церкви она по-матерински призывала своих детей к обращению. В этом послании она просит: приносите свои молитвы и жертвы за всех тех, кто далеко и не познал Божью любовь. Это не единственное послание, в котором Богородица призывает нас молиться за тех, кто не познал любви Бога. Другим мы можем дать только то, что есть у нас самих. И за других мы можем молиться только, если в нашем сердце есть любовь Бога. Своими силами, советами и наставлениями мы никого изменить не можем. Мы можем изменить ближних, когда мы их принимаем, любим, прощаем, молимся за них и ищем во всем Божью волю. Только так Божья любовь может течь через нас к другим людям. Нет ни одной молитвы или жертвы, которая останется незамеченной у Бога. Если Бог пока не отвечает на нашу молитву, значит, у Него есть нечто гораздо лучше для нас и наших ближних. От Бога нам все дается через других людей. И жизнь свою мы получили от Бога через наших родителей. Бог дарует нам свою благодать через других людей, через Церковь. Божье прощение нам даровано через священника. И даже чтобы прийти в этот мир и в человеческое сердце, Богу нужны мы. Богородица просит от нас заступнической молитвы, молитвы за других. Примеры такой молитвы есть и в Евангелии. Вспомним сотника, который умоляет Иисуса исцелить своего тяжело заболевшего слугу, слугу, которым он дорожил. А четверо друзей, которые спускают парализованного к Иисусу через крышу. Эти примеры говорят нам о силе заступнической молитвы за других. «Будьте свидетелями любви и мира», просит нас Богородица. Свидетель – это тот, кто встретил, познал и несет в своем сердце любовь и мир, кто может дарить их другим. Позволим же нашей Небесной Матери Марии привести нас к источнику любви к Иисусу, ее Сыну и нашему Спасителю. Дева Мария, Ты говорила нам: «Дорогие дети, если вы бы знали, как сильно я вас люблю, вы бы плакали от радости.
прибегаем к Тебе, Матерь Мария. Привлекай нас к своему материнскому сердцу, чтобы мы могли познать Божью любовь, которую Ты несешь в своем сердце и хочешь даровать ее каждому сердцу, которое Тебе откроется. И спроси для нас истинный опыт Божьей любви, чтобы мы могли испрашивать и дарить ее другим. Заступи за нас, Богородица, чтобы мы позволили Богу любить нас. Пусть все, что препятствует приходу Божьей любви в наши сердца, будет удалено, исцелено и освобождено. Ты, о милосердная Матерь, ходатайствуй за нас и молись с нами, за всех тех, кто далеко и отошел от Божьей любви. Аминь. Дорогие дети, в это благодатное время, когда Всевышний посылает меня к вам, чтобы я вас любила и вела по пути обращения, приносите свои молитвы и жертвы за всех тех, кто далеко и не познал Божьей любви. Вы, детки, будьте свидетелями любви и мира для всех немирных сердец. Спасибо вам, что вы ответили на мой призыв. Во время одного из явлений Деви Марии визионерка Мария Павлович Лунетти спросила Деву Марию: «Мама, что ты от меня ожидаешь конкретное?» Она ответила: «Я даю тебе свою любовь, чтобы ты давала ее другим. Это самое прекрасное и одновременно сложное послание». Визионерка объяснила, почему. Почувствовать красоту Девы Марии и знать, что эта любовь дана тебе, самое прекрасное в жизни. Но когда я стараюсь любить других и дарить им свою любовь, это очень тяжело, и мне стыдно за мою недостаточную любовь по сравнению с всеобъемлющей любовью Девы Марии. Что с этим можно поделать? Я ежедневно молюсь, чтобы быть открытой на любовь Девы Марии и уметь ее отдать другим. Мария Павлович Лунетти рассказывает о своем опыте. Небесная Матерь не требует от нас невозможного. Она учит нас, как мы можем стать свидетелями любви и мира. Верность переживание ее посланий, молиться сердцем, жить Евангелием, поститься, исповедоваться, часто принимать Евхаристию, творить добрые дела. Жить по ее посланиям – это как сеять семена. Семена растут и только через некоторое время дадут плод. Урожай не может быть мгновенным. Работайте над своим сердцем, как на поле, учит нас Мария, терпеливо, настойчиво, преданно. Плоды видны спустя некоторое время. Каково наше сердце, такие люди вокруг нас. История нашей жизни касается других. Что происходит, когда Небесная Матерь любит нас? Мы меняемся. Мы наполняемся ее любовью, мы становимся похожими на нее. Одна мама была в паломничестве с дочерями в Меджугорье. Когда ее собственные дети были непослушными и не хотели молиться, она нервничала и раздраженно увещевала их. Но к другим детям с такими же проблемами она была доброй и улыбалась им.
В один момент она осознала ошибку в своем поведении. Она попросила прощения у своих детей и выбрала любовь. Она поняла, что достаточно любить и наставлять детей с любовью, и они с радостью изменяются. Слова, сказанные с любовью, будут услышаны по-другому. Мы все дети Девы Марии. Иисус доверил ей все человечество. Матерь хочет, чтобы мы все спаслись, нуждается в нас. Без вас Бог не сможет осуществить свои планы спасения. «Помогите мне, чтобы я могла помочь вам», — говорит она нам в посланиях. Мария хочет любить нас. Сегодня призывает нас приносить жертвы и молиться о тех, кто не познал Божьей любви. Это призыв любить больше, соединить малые и большие страдания со страданиями Иисуса. Тогда любовь побеждает, и Бог меняет все во благо. Страдание, принесенное в жертву с любовью, имеет огромную силу для спасения душ. Дети мои, пока терпите, небо входит в вас, и вы всем вокруг себя даете немного неба и много надежды. Любовь Марии требовательна. Кто любит, тот страдает. Иисус пожертвовал собою, страдал и умер за нас. Мы призваны следовать за Ним. Визионеры описывают встречу с Девой Марией как невероятно прекрасную. Она приходит радостная и счастливая. «Почему ты такая красивая?» — спросили ее. «Я красивая, потому что люблю. Мы призваны быть такими, как наша Матерь». Пока Всевышний посылает к нам Марию, мы живем в благодатное время. Это время благодати, пока я с вами. Используйте его, скажите, это время для моей души. В это время благодати, когда Бог позволил мне быть с вами, снова призываю вас, деточки, к обращению. Работайте над спасением мира особым образом, пока я с вами. Бог милосерден и дает особые благодати, поэтому ищите их через молитву. Я с вами и не оставляю вас одних. Эти слова из посланий ведут нас к благодарности и ответственности за наше спасение и всего мира. Небесный Отец, благодарим Тебя за то, что Ты посылаешь к нам Марию, чтобы она любила и вела нас. Мария, мы открываем Тебе наши сердца и просим, люби нас. Молимся вместе с Тобою, чтобы те, кто еще не познал Твоей любви, открылись и позволили Тебе любить себя. Твоя любовь, Божья любовь, пусть она заполнит весь мир, все места, где есть ненависть и война. Мария, сделай нас свидетелями Твоей любви и мира для всех беспокойных сердец. Аминь.